Так, устанавливаем пол в кухне. Ура, ура, ура! Начинается первый прогресс. Короче. Да. И Даринка помогает, да, Даринка? А я не помогаю. Там много места без холодильника. А я не помогаю. И мне сейчас оставить ходить. Пока делаем блок. Хорошо, детки. Все. Пока здесь ничего не ходить, чтобы тут все ровно было. Да. Да. Сильнее ступай. Так, разница. Новый пол и линолеум. Скоро уже закончим. Красивый. Plank flooring. Такие планки вставляются. Надо бить, конечно. Но неплохо получается. Сегодня уже четвертый день нашего снегопада. Я наконец-то выбралась на машине. Но мы, кстати, ездили вчера, да? Нет, позавчера на горку с детками. Сейчас буду заправляться в Костко. Завтра обещают опять буран. Будет еще больше, чем в прошлый раз. Потому что в понедельник очень много было снега. Начался наша зимняя погода началась в воскресенье. Сейчас уже четверг. Завтра будет еще один снегопад. Уже будет больше. Так, значит, я была в магазине, и там такие огромные очереди. Люди закупаются, как будто запасаются на месяц. Ну, короче, все. Сейчас очень длинная очередь также на заправке. И везде очереди, везде много машин. Потому что по новостям передавали, что сегодня будет самый теплый день за всю неделю. Так что дороги уже лучше, конечно. Данилка пошел в школу сегодня, 2 часа позже. Обычно автобус уезжает в 9 утра, а он сегодня приехал в 11. Ну, тоже хорошо. Не надо было спешить утром. Так вот. Отменили все наши мероприятия из-за шторма. У нас должна быть сегодня встреча мамы дошколят, МАПС. Может быть, не проехать вперед? Я вперед приеду. Да, отменили МАПС, которая сегодня должна быть. Но, в принципе, не знаю. Ой, он что, будет уезжать? Непонятно. А, ну ладно, я уже подожду, пока он едет. И также наш благотворительный вечер отменили и сделают позже. Наверное, на месяц позже, потому что им надо уже ехать в Нью-Йорк. А благотворительный вечер должен быть в субботу. А в субботу будет шторм. В пятницу, в субботу будет шторм. Все, отменили. И не отменили, просто они сделают другую дату. Конечно, все немножко расстроены, потому что, не знаю, хотелось бы собрать деньги, до их отъезда. Ну ничего, может быть, так и надо. Ну ладно, сейчас буду заправляться. Так, я заправилась. Все, теперь хорошо. Готовимся к снегопаду. Наверное, опять школу отменяют. Может, они говорят, может, завтра просто раньше их отпустят. Обычно он приезжает в 3 вечера. В 3 дня, наверное, будет еще раньше. Может, еще раньше приедет. Так, едем. Ищем парковку. Очень много людей. Очень много людей. Все затариваются. Все готовятся к зиме.
для нас это очень-очень редко. Как я уже говорила, вот такая именно погода. И... Так, что здесь происходит? По новостям говорили, что в 2005 году был такой снегопад и такой мороз в прошлый раз. Значит, уже прошло достаточно много времени. Давно уже не было такой погоды. Ну ничего, все хорошо. Очень-очень даже интересно, потому что у нас получается уже 4 времени года. Раньше у нас было 2 времени года. Лето и осень. А сейчас так. Не понимаю, почему они просто стоят. Все, я еще ездила в другой магазин, купила молоко на Уик, потому что так. Люди разучились ездить. Да, потому что кончилось молоко и. И да. И Тимоша дают козье молоко на Уик. И только в одном магазине можно купить козье молоко. Это Фред Майер я покупаю. И там обычно не всегда есть. Так вот, сегодня было. Окей, ладно, пойду. Так, вообще парковки нету. Где-то, может быть, и найду парковку. Ну ладно. Пойду я загружаться. Вообще парковки нету нигде. Ой-ой-ой. Люди, все приехали в Костко. Вот тебе и зима. Нету нигде парковки. Ай-яй-яй. Может быть, где-то в дальних местах. Даже в дальних местах нету парковки. Даже я не понимаю, что происходит. Что происходит? Ну, лучше, конечно, сегодня поехать в магазин, чем завтра. Завтра вечером обещаю этот наш большой шторм. Так вот, сегодня все как один. Так. Ищем, где же... О, вот одну проехали уже. Так, все, нашла. Нашла парковку. Вот это... Интересно. Дали печеньку, то что стоим в очереди. Я попробовала эти снег. Очень вкусно. Решила взять пакет.